Добрый вечер, и как всегда говорим о нашем городском хозяйстве, подводим итоги нашей работы и говорим о перспективах. Сегодня хотелось бы начать с достаточно знакового события, которое состоялось совсем недавно. Мы ведем переговоры с нашими турецкими партнерами, с турецкими инвесторами по созданию, по открытию постройки в Одессе новой электростанции. Эта электростанция в дальнейшем должна заменить нашу ТЭЦ и, скажем так, это поставлять теплоноситель в город, в центральную часть города, а это практически 30% всего того теплоносителя, который генерируется и поставляется в город, и это большая часть медицинских учреждений, школ, детских садов и так далее. Что мы это получим с этой теплоэнергостанцией? Ну, во-первых, существующая ТЭЦ, которая сейчас есть в Одессе, это ТЭЦ 1949 года постройки, и, как мы все понимаем, технические характеристики там не самые современные и тем более подизносившиеся. Если мы говорим о новой теплоэлектростанции, то мы это получаем экономию посредством, то есть 10-15% это точно, но мы рассчитываем даже на большее. То есть мы это получаем экологию в городе, потому что выбросы в атмосферу, конечно же, будут намного меньше. Ну и государство выигрывает в целом, так как, опять-таки, это поставки электроэнергии. Это глобальная новость, инициатива, то, что мы собираемся воплотить в течение 2 лет. И, повторюсь, меморандум уже с турецкой стороной подписан, поэтому начинаем серьезную конструктивную работу в этом направлении. Также хотелось бы отметить, что было уже много сказано, вы все видели, в том числе то количество самокатов, которые сейчас это появились в городе, это горячо обсуждается. Есть те, кто говорят о том, что самокаты нужны, есть те, кто говорят, что они не нужны, но все единодушны в том, что все равно порядок в этом направлении наводить надо. После переговоров, после той работы, которую мы начали вести с операторами в этом виде деятельности, мы уже достигли достаточно серьезных положительных изменений. Первое, все операторы действительно сократили скорость. Если раньше скоростной этот режим доступный был, 25 километров в час, невзирая от того, на какой локации он находится, это пешеходная зона, либо там, дорога общего пользования, то сейчас мы говорим о том, что максимальная допустимая скорость это 20 км в час, в пешеходной зоне это 15 км в час. Также на этой неделе мы снова будем видеться со всеми операторами и уже прорабатывать все локации, где эти самокаты могут находиться в центре города, и самое главное, где они могут, скажем так, быть запаркованы, чтобы эти самокаты не валялись хаотично по всему городу. И мы уже видим, что по трассе здоровья их действительно стало намного меньше, можно сказать, что практически их там уже нет. Это результат нашей совместной работы с патрульной полицией, за что им отдельное спасибо. Также, развивая тему нового современного транспорта, хотелось бы сказать, что впервые, наверное, за долгие годы в Одессе начала это появляться новая техника в общественном транспорте, не только коммунальная, но и у частных перевозчиков. Опять-таки, это результаты нашей совместной работы с ними. Сейчас уже это появилось пока только 4 новых автобуса, но уже это автобусы Евро-5, стандарта Евро-5, и это впервые в Одессе на городских маршрутах. В дальнейшем, сейчас мы знаем, этот перевозчик ведет оформление, и это покупает еще 5 новых автобусов, и в дальнейшем на этом останавливаться не будут. Мы, как
город, это помогаем им это коммуницировать, я имею в виду частным это перевозчикам, это коммуницировать с банками. И действительно нашли это понимание во многих вопросах. И как мы видим, новая техника в Одессе начала появляться. Это помимо коммунальной еще и частная. Это автобус большой вместимости, стандарта Евро-5. В первую очередь это и комфорт, это безопасность, ну и, конечно же, это экология. Опять-таки то, что немаловажно на сегодняшний день. Развивая тему экологии, хотелось бы напомнить, что уже с 4 числа в пятницу мы начинаем наш эксперимент с пешеходной зоной в центре города. Мы уже говорили о том, что мы ведем большую работу по созданию в Одессе самой большой пешеходной зоны в Украине. И вот уже мы развесили все знаки. Думаю, многие одесситы уже их видели, дорожные знаки по всем выездам и заездам в будущую пешеходную зону. И с пятницы с 19:00 уже попасть на автомобиле в эту пешеходную зону вы не сможете до 24:00 в воскресенье. Выехать можно, заехать нет. Надеюсь на понимание жителей, которые живут в центре города, которые хотят посетить центр города, так как мест для парковки будет достаточно. Локации мы уже сообщали, где они могут быть. Это вы можете найти на сайте нашего городского совета и на сайте департамента транспорта. Также хочу напомнить, что все жители, которые живут в рамках этой пешеходной зоны, также смогут, безусловно, попасть туда на своем автомобиле, но двигаться они смогут со скоростью не выше, чем 20 км в час. И чтобы туда попасть, у вас должен быть с собой документ, который подтверждает то, что вы там живете. Прошу отнестись к этому с пониманием. Мы создаем экологически чистый и европейский город. На этом на сегодня, наверное, все. Видимся через неделю, как обычно, и говорим о самом главном.